Не забывайте поделиться этим роликом, если он был вам полезен и он вам помог, а также проверьте, подписаны ли вы на канал. Симпатичный BQ Aura. Это какая-то 60 сколько-то модель. Мы сейчас увидим в рекавере, скорее всего, ее модель, цифровое наименование. Попробуем на нем сделать сброс заводских настроек. Перед любым сбросом, перед любым прошивком необходимо выйти из учетной записи Google. Меню настройки аккаунта, выбирайте гугловскую почту. В правом верхнем углу кнопка с тремя точками «Удалить аккаунт». Если это не сделать, после сброса либо прошивки он будет просить старую гугловскую почту и пароль к нее, ту, которую вводили при активации Google Play. Если столкнулись с этим впервые и не знаете, что делать, полистайте на канале плейлист ФРП. Там есть универсальные решения под разные модели. Так просто ведете свой старый аккаунт и все. Если делать разблокировки за деньги, обязательно берете с человека документы, подтверждающие факт покупки, чек покупки, гарантийный талон, еще какие-то документы, где будет имей или серийный номер аппарата. Все действия с краденными, найденными, ворованными устройствами – это уголовно наказуемое деяние. Связываться с этим категорически нельзя. Без ногтей я, конечно же, его сейчас не разберу. Давай, открывайся. Все должно быть, конечно, наверное, проще. Ну-ка, ради интереса, что это у нас за модель. BQ6022G. Слушай, какая батарейка на нем здоровая. Пробуем. Я не знаю, какой у него процессор, но наверняка это будет МТК. Поэтому первую комбинацию зажимаем на нем плюс и питание. Держим две клавиши, экран загорится, питание бросить, а плюс продолжить держать. Держим долго. Слышите шум? Это стиральную машинку сдали из-за того, что она бегает по комнате. Экран загорелся, питание бросили, плюс держим. И в меню из трех строчек кнопка громкости вверх наводим на строчку рекавери и нажимаем вниз. Ждем, пока включится рекавери. Если отсюда выбраться, аппарат нужно зарядить. На разряженном аппарате это делать нельзя. Данные все удалятся, поэтому делайте все бэкапы заранее. Питание сработает вверх, вверх не сработает, питание зажать и коротко нажать вверх, промазал, питание и вверх. О, Android 9, точно, обязательно не забудьте выйти из учетки, а то вопретесь. Выбираем Web Data Factory Reset, нажимаем питание и выбираем Yes. Но он у меня прошитый, поэтому выбираем No и выбираем Reboot System Now. После сброса тоже Reboot System Now, он перезагружается, дольше обычно включается, минут 10-15, и включится чистый сброшенный. Все с него удалится. Все самое интересное, важное, полезное с моего канала в плейлисте «Полезное» попасть может в главную страницу канала. Вы вступаете в нашу группу ВКонтакте, ставьте лайк под видео и подписывайтесь на канал.